Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Хотел сегодня снять видео, в связи с чем оно связано. А связано с тем, что у меня наконец-то на канале стало больше 10 тысяч подписчиков. Вот, как вы видите, можете в этом удостовериться. Я давно ждал, когда это произойдет. Начал я снимать, вот у меня, видите, канал, дата регистрации 8 января. И буквально за 11 месяцев я набрал 10 тысяч подписчиков, и чему очень рад, надеюсь, вы тоже этому рады. Надеюсь, дальше будет больше подписываться. Сейчас у меня в среднем подписываются по 10, по 100 человек в день. Это очень-очень круто. Вот. А теперь, какими я хотел вещами с вами поделиться. Дело в том, что через какое-то время я приобрету новый планшет, вот этот вот. Называется он NVIDIA Shield. Вот. И в чем будет разница по сравнению с теми обзорами, которые сейчас у нас... которые я сейчас для вас делаю. Ну, во-первых, самое главное отличие — изменится качество этих обзоров. То есть сейчас у меня HD 720p, а будет Full HD. А если я не ошибаюсь, также в нем гораздо лучше звук. И какие-то плюшки дополнительные будут. Ну, гораздо лучше, короче, будет, так сказать, обзоры выпускаться. Помимо этого, у него также есть джойстик, но это дополнительно докупается, который позволяет играть в различные игры, которые... Например, Half-Life, да, Portal, какие-то игры, Train, которые на обычном планшете я не смогу сыграть. Также на нем есть стилус. Вот. Как только планшет этот появится, я сразу же сниму видео, типа обзора, расскажу об этом планшете, как пользоваться стилусом, и какие-то аспекты обязательно вам поделюсь. Какой еще момент? Как только появится данный планшет, я, скорее всего, поменяю начальную заставку перед обзором. Просто надо что-то менять, все-таки как бы 10 тысяч подписчиков, новый планшет. Но какие-то изменения положительные должны меняться на моем канале. И, скорее всего, я поменяю шапку на моем YouTube-канале, потому что, ну, какой-то он не очень красивый, я считаю. И если себя заставлю, поменяю трейлер канала, потому что он достаточно древний. Делаю я его так, чтобы был. Вот. Ну, такими вещами хотел с вами поделиться. Спасибо вам, что вы со мной, вы смотрите мое видео. Подписывайтесь на мой канал и ставите лайк. Я очень рад, что этого день произошел. 10 тысяч подписчиков. Всех поздравляю. Всем пока. С вами был Android Androidovich. Всем пока.